Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Fire Rating Simulator. Этот симулятор вышел совсем недавно, уже начинает потихоньку вырываться в топ, но я и для вас нашел прикольный скрипт. Конечно, он всего лишь один пока что, но скоро со временем, я думаю, будет намного лучше добавлять. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Re-Exploit, также ссылочка на него будет в описании вместе с скриптом. Сначала инжектимся, нажимаем вот на этот шприц. Здесь работает автоинжект. Так, ждем. Все, мы заинжектились. Ждем, пока здесь будет написано онлайн. Так. Все отлично. И теперь вставляем сюда скрипт и нажимаем Xcode. Так, ждем, пока он загрузится. Так, все, вот он появился. Давайте его сюда подвинем. И открываем его. Вот столько здесь функций. Я думаю, они, в принципе, будут добавляться. Вот, это пока что только первый скрипт. На него написан Night Place. Вот, так что особо строго не судите. Автоклик. Получается, он за вас будет дышать огнем автоматически. Как видите, все работает. Также может автоматически восполнять топливо, как видите. Также можно покупать автоматически огонь, который будет прибавлять больше монеток. Но я думаю, давайте для начала купим пэтов. Так, сколько там пэтов можно максимум одеть? Ага, 3 пэта. Окей. Давайте, в принципе, за 10, я думаю, откроем. 3 раза. И потом уже включим эту функцию. Я вам покажу то, что она работает. Так, отлично. Выпал уже первый питомец. Второй. Я так понимаю, 2 комонки. А, да, 2 комонки, окей. Так, и... Опять комонка, я так понимаю. Да, 3 комонки, ну, в принципе, сойдет. Так, давайте одеваем их. Так. Отлично. Ну, в принципе, теперь давайте посмотрим. Получаю я 21. За одно дыхание огня. Так, покупаем. Как видите, деньги потратились. А, смотрите, тут получается сразу покупается прокачка огня и покупается прокачка инвентаря. Отлично. Так, что-то не восполняется. Ну-ка. Ладно, маленький баг походу произошел. Ну вот, как видите, вот здесь через эту функцию все работает. Так, и сейчас я получаю по 1240 монеток. В принципе, неплохо. Даже отлично. Также есть функция TP Island. Давайте включим. Она, конечно, не сразу срабатывает, но работает. Как видите, все отлично. Все работает. Все, мы открыли все острова. Вроде бы как. Все, давайте тпхаемся обратно. Автокоуч. Это получается у нас царь горы, я так понимаю. Давайте включим. Да. Получается, вы чисто здесь будете стоять. Не знаю, смогут вас убить или нет. Скорее всего, наверное, смогут. Вот. И стоя тут, вы получаете, получается, монетки. Если не ошибаюсь, тут, скорее всего, идет умножение x3. Даже может быть x4. То есть, смотрите, я за одно дыхание получаю по 1240 монеток, а стоя здесь, я получаю по 4650. Ну вот, примерно x4 умножение. Ваше выдыхание идет. Плюс-минус. Ну, как видите, скрипт рабочий. В принципе, функции довольно полезные. Можете использовать. Повторюсь то, что ссылочка будет в описании. Ну, на этом у меня все. С вами, как всегда, был Blazeban. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.